Здорово, ребят, с вами Илья, и это наш игродень. Я продолжаю искать интересные игрушки для наших мобильных телефонов, и сегодня у нас бизнес-кликер. Я уверен, что эта игрушка понравится всем именно своим глубоким и проработанным игровым процессом, так что, ребят, жмите лайки и поехали! Если тебе хочется почувствовать себя настоящим владельцем офигенного бизнеса, то эта игрушка именно для тебя. Кстати, игра от инди-разработчика, но при этом она очень качественная и, так скажем, высокого уровня. Кликеров на самом деле мы уже много повидали за это время, и все они такие простенькие, там нужно, как правило, только кликать. Здесь же, конечно же, именно такой более крупный экономический проект, где именно от вашей стратегии зависит многое. Здесь мы, конечно же, тапаем и зарабатываем, а также есть другие клевые способы. К примеру, здесь мы можем сами производить различные товары и уже деньги зарабатывать на торговле, то есть можем либо сами произвести, либо же купить подешевле и далее продать подороже. Таким образом, мы участвуем в различных заказах и таким образом получаем свою прибыль. То есть деньги можно зарабатывать различными путями, и тут именно от вас все зависит. Также в игрушке в принципе есть куча возможностей, то есть мы можем открывать бизнес, строить и улучшать предприятия, открывать и улучшать различные отделы в своем офисе, допустим, отдел аналитики, отдел качества, научный отдел и все в таком духе. Также в игрушке мы будем изучать технологии, развивать свое производство, открывая новые такие производственные цехи. Вообще в игрушке мы будем производить товары, закупать разные моменты товары на рынке, а также брать кредиты в банке, выполняя различные заказы корпорации. На самом деле игра очень масштабная, очень обширная, я сам только начинаю в ней разбираться, и вам тоже решил ее порекомендовать. На самом деле не так-то уж и много экономических стратегий именно для мобильных телефонов, а тут такая вполне себе годная большая игра, в которую можно так вот позалипать. Кстати, игрушка есть как на Android, так и на iOS, а также, внимание, доступна еще для владельцев Windows Phone, Windows Store. На самом деле это большая редкость, и приятно, что автор создал игрушку на все мобильные платформы. За это большой респект. Короче, ребят, попробуйте обязательно. Обязательно ссылки оставил в описании и напишите в комментариях, как вам такая игра, понравилась или нет. Также можете написать, как развивается ваш бизнес в этом проекте, мне тоже будет интересно почитать. Ну а так будем заканчивать на сегодня, пойду дальше искать что-нибудь годное для вас и скоро еще обязательно увидимся.